это он. Максим Эдуардович, мы вас уже заждались. Здравствуйте, Максим. Я уже 3 месяца пытаюсь организовать эту встречу. Не выиграем тендер, все. Мы в жопе, ясно? Ты очень грязно играешь. Если он будет продолжать себя так вести, звони ему. Мы найдем тебе нормального мужика. Делай так, чтобы я не выглядел идиотом, хорошо? А ты с этим справляешься и без меня, прекрасно. А ты вообще знаешь, кто к тебе приехал? Это очень хороший вопрос. Ты что, не видишь, как струнами сидеть на нервах? Вы, Брызгалов Андрей Николаевич? Ну, я не знаю, он здесь больше не живет. You take it, Андрей Николаевич. Что здесь происходит, Брызгалов? Или все, или ничего. Ей просто нужен мужчина, который выбьет из него всю дурь. Если этот ублюдок не получит, что он хочет, все, нам конец! Кого вы видите будущим президентом? Я бы выбрал какого-нибудь Конора Макгрегора. Ну, или бабу хорошую.